вопросы остались. Я не медитировал, что ли? Не медитировал, допустим, вопросы. Может быть, мне как-то не так. У меня получается, что если у меня переплетается род моей семьи с родом моей жены, то есть это у меня уже эти два рода вместе, и это и есть уже мой род. Да? То есть вот с этих двух семей, и это все семь поколений назад. Да, это получается так, что в этом году это жизнь не так, да? Дерево растет. А там были какие-то другие роды, да? То есть, на самом деле, этот род энергетическом уровне, да? То есть, все равно мы с Аудинием Шарики, там бабушка и дедушка, там прабабушка и дедушка. Как дерево расширяется, как шире. А почему именно восьмое поколение считается божественное поколение, а девятое? Нет, тут не... Или это не важно, в любом... Как ты хочешь ставить. Можешь первое поставить им, да? То есть, божественное поколение, оно уже проходит через все девять поколений. Через все девять, потому оно везде. Ты можешь его девятый ставить или первый ставить. Без разницы. Тут нету такого, как в физике, да? Тут нету такого математического понимания. Тут есть состояние, и первую ставит, первую пойдет. Что главная, основная работа и чувства вот этих, которые, да, вот, за плечи какой-то ловкость, если осталось, это хорошо. Кому-то плакаться хотелось, кому-то там жар было, кому-то холод было, кому-то колено остались ощущения, кому-то тут хорошо, правильно? Вот это важно. Это важно, что осталось. Спасибо. Харе Кришна. Мне очень понравилась медитация. Вам понравилось? Что дело дома? Если вы будете делать, у вас будет все семь видов богатства. Все семь видов. Потому что нам то, что мы имеем, нам дают род. И когда жена появляется как удобрение, новый род, жена еще раз катализирует сила рода, ну, невеста, да? Как, если не принимает, ну, этот, допустим, Петрик не принимает невесту, деньги не появляются, да? То есть он все равно продолжает на плечах маму и папу. То есть где-то в тонком сознании новое удобрение не принимает, находя рядом. Поэтому давай. Ты принимаешь? А? Адрия. Да. Да. Ты сразу поставила Петри, правильно? Да, сразу. А он только сразу? Петри ставила. Даже посадила его? Да. То есть, у нас здесь внутри, я говорю, все происходит на уровне ощущения. Да? То есть внутри ощущения иногда оно не появляется. Имеем фамилия, ощущений нету. Получила фамилия мужа, ощущение все равно ту фамилия, которая была до того. И поэтому вот это, когда мы медитируем, ощущение переходит в реальность. Главное, в начале правильная вся картина будет. Но вы еще перевариваете. Еще перевариваете. Пишите на Фейсбуке, ВКонтакте, свои вопросы. Я буду еще вникать в это. Ваши вопросы мне так нравятся. Я это вас учу, когда у меня вопрос дают. Потому что у меня вот этот вопрос не возникал. Ну, да? У вас возникал, я умный чуть-чуть вашего вопроса. Да? То есть мне очень нравятся ваши вопросы. Наберете других в Фейсбуке, везде индийская школа Рейки, ВКонтакте, Твиттере, везде есть индийская школа Рейки. Найдете легко и всегда. Не всегда я там сижу. Фейсбук у меня телефон есть, я там сижу. Иногда открываю, когда есть время. Основном они меня пишут, они копируют какой-то зеленый вопрос дают, да? Они меня отправляют по имейлу. Имейл-то я все время открываю. Поэтому тут, которые вопросы будут, тут можете решать. Нерешенные вопросы не оставляйте никогда в голове. Они жад. Они убивают уверенность. Всегда решайте вопрос. Поэтому я люблю его решать. Хорошо? У меня пока 9 игры. Спасибо вам. Мы еще увидимся в мае месяце. Занимайтесь. А как вы в Фейсбуке? Мы что-то...